Дорогие друзья, начинаем 34-й выпуск программы «Дом культуры». Мая 1891 года в Киеве родился выдающийся русский писатель и драматург Михаил Афанасьевич Булгаков. Булгакова стали вспоминать с опозданием, через 25 лет после его смерти. Самые знаменитые его романы были напечатаны лишь в середине 60-х. То же самое произошло и с его драматургией, за исключением трех пьес «Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров», которые были поставлены в середине 20-х, ну и те были вскоре сняты с репертуара. А сегодня Михаил Булгаков – самый знаменитый и популярный писатель России. Окончив в 1909 году Киевскую гимназию, 18-летний Михаил Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета. Оба его дяди были известными врачами, один в Петербурге, другой в Варшаве, и оба очень неплохо зарабатывали. Этим и объясняется выбор профессии. Булгаков учился в университете 7 лет и после начала Первой мировой войны был призван служить врачом в прифронтовой полосе. В декабре 17-го он впервые побывал в Москве у своего дяди, известного врача-гинеколога Покровского, который стал прототипом профессора Преображенского в повести «Собачье сердце». А в гражданскую войну Булгаков был призван в Белую гвардию служить военным врачом. В 20-м он заболел тифом, и это помешало ему покинуть страну, которую завоевывали большевики. После выздоровления во Владикавказе Булгаков вдруг занялся написанием пьес, и эта работа захватила его целиком. Он написал своему двоюродному брату: «Я запоздал на 4 года с тем, что должен был давно начать делать – писать». Ему было 30 лет. В 30 лет он решил стать писателем. И это у него получилось. Да еще как получилось. В сентябре 1921 года Булгаков окончательно переехал в Москву и начал сотрудничать как фельетонист со столичными журналами и газетами. За 4 года в газете «Гудок» было напечатано более 120 его репортажей, очерков и фельетонов. Литературные журналы печатали его рассказы и две первые части романа «Белая гвардия». В «Альманахе Недра» была опубликована его повесть «Роковые яйца». В середине 26 года вышла его первая книга «Иулиада и рассказы», а в конце этого года вторая книга «Трактат о жилище». Но это была последняя книга, опубликованная при жизни писателя. В том же 26 году на квартире у Булгакова был произведен обыск, в результате которого была изъята рукопись повести «Собачье сердце» и дневник писателя. Они дошли до нас благодаря копиям, сделанным на Лубянке. Экранизация повести «Собачье сердце», снятая в 1988 году режиссером Владимиром Бортко, была встречена с большим восторгом телезрителями всей страны. И несмотря на то, что сегодня Владимир Бортко, вступивший в КПРФ и ставший членом правления этой партии, осуждает себя за эту картину, я считаю этот фильм одним из самых больших удач в его творчестве. А остроумные реплики профессора Преображенского, сыгранного гениальным артистом Евгением Евстигнеевым, до сих пор постоянно цитируется, когда речь идет о российской ментальности. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа? И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Новоблагословенная? Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все, что угодно. И я того же мнения. Мой добрый совет: не говорите за обедом
о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. К 30-му году Булгакова вообще перестали печатать. Его пьесы были изъяты из репертуара театров и запрещены к постановке. А вышедшая в 30-м году первая советская литературная энциклопедия писала о нем так. Михаил Булгаков не сумел ни оценить гибели старого, ни понять строительство нового. Его частые идейные переоценки не стали поэтому источником большого художественного творчества. Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни, но принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности. Что ж, наверное, это справедливо сказано, но такая характеристика убийственна для писателя. Не предвидя для себя будущей литературной судьбы, находясь в крайне тяжелом материальном положении, Булгаков решил пойти ва-банк и написал письмо правительству СССР, которое датировано 28 марта 1930 года. В нем писатель характеризует свое положение словами: «Ныне я уничтожен. Вещи мои безнадежны. Невозможность писать равносильно для меня погребению заживо. Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой. Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу». После этого произошли удивительные события. На письмо Булгакова обратил внимание Сталин, который знал его драматургию, так как видел пьесы Булгакова в театре и «Зойкина квартира», и «Дни Турбиных». Ему нравились эти постановки, о чем он говорил после спектаклей. Сталин лично позвонил Булгакову на квартиру и спросил: «Вы хотите от нас уехать? Неужели мы вам так надоели?» На это Булгаков ответил: «Да в общем нет, я русский писатель, и для меня немыслима жизнь вне России». «Я тоже так считаю», – сказал Сталин. И спросил: «Где бы вы хотели работать?» «В Московском художественном театре», – ответил Булгаков, – «но мне там отказали». «А вы еще раз туда обратитесь», – сказал Сталин. «Мне кажется, что на этот раз вам не откажут». Об этом телефонном разговоре можно прочесть в интернете. Но я узнал о взаимоотношениях Булгакова со Сталиным еще в 1970 году, когда мне было 24 года. Случилось это в городе Великие Луки, куда я был направлен для постановки дипломного спектакля. В Великолукском драмтеатре я познакомился со старым режиссером Борисом Михайловичем Филипповым, которому тогда было за 70, как мне теперь, и я годился ему во внуки. Тем не менее, мы подружились и частенько, сиживая за бутылочкой, предавались беседам. Вернее, говорил он, а я, открыв рот, слушал его удивительные рассказы о великом Мирхольде, у которого тот был ассистентом на всех последних спектаклях, о других замечательных деятелях театра и, конечно, о Михаиле Булгакове, с которым тот был лично знаком. Булгаков частенько в кругу друзей рассказывал о своей дружбе со Сталиным, каждый раз украшая этот рассказ своими авторскими фантазиями, как Хлестаков, рассказывая о Пушкине. Я запомнил этот рассказ в пересказе Бориса Филиппова и записал его в своих мемуарах под названием «Люди, гады, жизнь». К ним я собираюсь вернуться после того, как закончу цикл передач из своего Дома культуры. А сейчас я позволю себе прочесть этот пересказ. «Со Сталиным мы дружбаны», — говорил Булгаков.
После моего письма меня вызвали в управление делами и попросили позвонить по указанному телефону. В указанное время я позвонил из телефона автомата. Строгий голос говорит: «Назовите фамилию». «Булгаков». «Михаил Афанасьевич?» «Да». «С вами будет говорить товарищ Сталин». Я, конечно, оторопел и вдруг слышу: «Говорит Сталин, персонально Сталин». «Здравствуйте, товарищ Сталин», говорю. «Здравствуйте, товарищ Булгаков. Мы прочитали ваше письмо. Вы по-прежнему хотите уехать?» «Да понимаете, товарищ Сталин, такие обстоятельства. А почему вас так плохо слышно?» «Не знаю, я говорю из телефона автомата. У вас что, нет дома телефона?» «Нету, товарищ Сталин». «Идите домой, у вас есть телефон». И действительно, подхожу к своему дому, поднимаюсь по лестнице, а там уже орудуют монтеры, проводят телефонную линию прямо в нашу квартиру. А потом Сталин сам мне звонит и говорит: «Слушай, а чего нам по телефону трепаться, вместо того, чтобы нормально по-человечески поговорить? Приезжай ко мне, да? Я за тобой пришлю». Привозят меня на дачу к Сталину. Сидим с ним, выпиваем. Он говорит: «Давно хотел с тобой встретиться. Все, понимаешь, жопу лижут. Один ты честный человек. Рассказывай, какие у тебя проблемы?» «Да вот МХАТ на работу не берет, пьесы не ставит». «МХАТ не ставит? Ну, это мы сейчас урегулируем». «Алло, девушка, говорит Сталин, персонально Сталин. Соедините меня с директором Московского художественного театра». «Алло, директор, говорит Сталин, персонально Сталин. Почему вы не ставите пьесы нашего такого хорошего драматурга Михаила Булгакова?» «Что? Не понял». «Алло! Алло, девушка, я просил соединить меня с директором Московского художественного театра». «Что? Умер? Какой нервный народ пошел?» Вот такой рассказ я услышал из уст режиссера Бориса Филиппова. Это рассказывал ему Михаил Булгаков. А если всерьез, то Булгакова действительно мгновенно приняли на работу в МХАТ и восстановили запрещенный ранее спектакль «Дни Турбиных». Об этом периоде своей жизни и работы в МХАТе Булгаков написал в театральном романе, который был опубликован в одном из литературных журналов в середине 60-х, когда я был студентом театрального института. Я помню тот день, когда наш профессор Леонид Федорович Макарьев вбежал возмущенный в аудиторию и, брызгая слюной, стал ругать этот роман, этот пасквиль, в котором его любимый учитель и кумир Константин Сергеевич Станиславский был представлен как выживший из ума маразматик. Это очень подогрело мое любопытство. Я нашел журнал и с интересом прочитал роман. Все время смеялся, потому что полный идиотизма репетиции Ивана Васильевича, художественного руководителя театра, который был списан со Станиславского, были очень похожи на наши репетиции с Макарьевым. Макарьев был, конечно, замечательный педагог для актеров, но к старости стал большим чудаком-оригиналом, и его некоторые идеи и предложения вызывали у нас большое изумление. В 2003 году театральный роман был экранизирован в двухсерийном телевизионном фильме, снятом режиссерами Бабицким и Гольдиным. Однако от гомерически смешного юмора-абсурда в фильме остался один лишь абсурд. Не обладая комедийным чутьем Булгакова, авторы фильма заморозили роман, лишив его веселости и энергии рассказа. Получилась многозначительная мертвечина. Единственное, что запомнилось мне от фильма, это роль Ивана Васильевича, сыгранная замечательным актером Максимом Сухановым, который с тонким комедийным блеском передал неадекватность и безумие своего персонажа. Кстати, очень похож на Станиславского. Бахтин стреляет себе в висок, падает. Вдали послышались гармонии. Вот это напрасно. Это напрасно. Зачем же это? Это надо вычеркнуть немедленно, ни секунды. Помилуйте, зачем же стрелять? Но он должен кончить самоубийством. Очень хорошо. Пусть кончит. Заколет себя кинжалом пусть. Но видите ли, дело происходит в гражданскую войну, а кинжалы уже не применялись. Очень как применялись. Мне рассказывал этот... как его? Я забыл, что применялись. Нет, это выстрел надо вычеркнуть. Бахтин стреляет себе в висок, падает. Вдали послышалась гармония и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке. Ой. Луна. Ой, ну, опять выстрелы. Что же это за бедствие такое? Выстрелы опять. Знаете что, Лео, вы знаете что, вам, вы вычеркните всю эту сцену, вот что.
Я считал эту сцену главной. Это форменное заблуждение. Понимаете, эта сцена не только не главная, она, в общем, там вообще ничего не нужно. Зачем это все? Вот ваш, этот. Ну да. Закололся где-то там. Допустим, вдалеке. А домой приходит другой. И говорит матери. Закололся Бехтиев. Но матери нет. А ее нужно. Ой, напишите, мать. Это не трудно. Это как заблуждение, кажется, что сначала вроде как матери нет, а потом раз, мать есть. Это заблуждение, это совсем даже легко. Так вот, мать рыдает. А тот, который приносит ей это известие, назовите его. Иванов. Ну, Бахтин герой, у него монологи на мосту, я полагал... Вот все эти монологи прочтет Иванов. У вас, кстати, очень хорошие монологи. Там надо все оставить. Так вот, Иванов войдет и скажет. Петя закололся. А перед смертью решил сказать то-то, то-то, то-то и то-то. По-моему, очень даже сильная сцена получается. Ну, как же быть, Иван Васильевич? Ведь у меня на мосту массовая сцена, там столкнулись массы. Вот пусть они сталкиваются за сценой. Но это же ужасно, если они все на сцене столкнутся. Ну как же так? А такого быть не может совсем. Да. Если говорить о Булгакове в кино, то там были две большие удачи. Я имею в виду картины «Бег» и «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм «Бег» в постановке режиссеров Владимира Наумова и Александра Алова поражает выразительностью режиссерского решения, а также ярким образом генерала Хлудова в исполнении Станислава Дворжецкого. Позвольте убрать его, ваше превосходительство. Нет. В его словах проскальзывают трезвые мысли о войне. Поговори, солдат, поговори. Доску и мешок. Слушаюсь. Как твоя фамилия, солдат? Фамилия? Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная. Крапилин, вестовой. А ты пропадешь. Пропадешь, оголтелый зверь в канаве. Да ты посиди вот тут на своей бочке. Да нет, сбежишь. Сбежишь в Константинополь. Храбер ты только женщин вешать до слесарей. Ты ошибаешься, солдат. Я на Чингарскую гать ходил с музыкой. И там два раза ранен. Да все губернии плюют на твою музыку. Прощайте, ваше высокопревосходительство, я все сказал. Нет, плохой солдат. Ты хорошо начал, скверно кончил. Повесить его. Я не могу на него смотреть. Говоря о беге, нельзя не вспомнить блистательный дуэт Михаила Ульянова и Евгения Евстигнеева в парижских эпизодах фильма. 160. Пошла? Вновь Домбле. Что Домбле? А, Домбле. Попрошу наличными. Григорий Лукьянович, бросьте это. Брось теперь же. Ну, опомнись, слышь, уйдем отсюда. Ты азарт, уйдем ты парамоша. Вот что тебя губит. 7. 7,5. Нет, шучу. 8. А что касается фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», то он стал подлинно народным любимцем. В нем в полной мере проявился комедийный талант режиссера, доставивший удовольствие миллионам людей своими смешными гэгами, уморительно смешными персонажами в исполнении замечательных актеров, а также зажигательными песнями на музыку композитора Зацепина, которую распевала вся страна. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била.
лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Ну, как сказки с критологи, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то был за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Наконец мы подошли к самому известному и популярному произведению Булгакова, роману «Мастер и Маргарита». В нем смешаны разные жанры, и это выделяет его из литературы того времени. Роман является одним из первых постмодернистских произведений в советской литературе. Булгаков писал его в стол, потому что у него не было никаких оснований надеяться на то, что роман опубликует какой-нибудь литературный журнал. Известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков считает, что роман «Мастер и Маргарита» был адресован лично Сталину и писался специально для него, чтобы тот в этом сложном символистском повествовании понял, как Булгаков воспринимает взаимоотношения власти и художника, как он их понимает. Возможно, Булгаков действительно рассчитывал на ум и художественную проницательность Сталина. Однако его современники из литературной среды, такие как Мандельштам и Стенич, невысоко ставили возможности Сталина в понимании искусства. Они считали его ограниченным и невежественным человеком. Лично я удивляюсь многим суждениям Сталина о кино, а суждение о музыке меня просто поражает. Сталин разделял музыку на реалистическую и формалистическую и писал: реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую – антинародные композиторы. После этого у меня нет никакого обольщения по поводу возможности Сталина судить искусство. Что касается экранизации «Мастера и Маргарита», одна из которых сделана Юрием Карой, другая – Владимиром Бортко, то обе они обладают своими достоинствами и интересными актерскими работами. Однако мне кажется, что обоим фильмам не хватает той веселости, которую испытываешь при чтении романа Булгакова. Появление в Москве 30-х годов инфернальных существ из преисподней, которые превращают жизнь напуганных сталинским террором обывателей и их палачей в нескончаемый балаган, полный черного юмора, нужно решать в манере бурлеска. Чтобы быть понятнее, я приведу пример из американской фантастической комедии «Маска» с Джимом Керри. Там юродство главного героя в маске исполнено с лихостью и эксцентрикой. Вот ее как раз и не хватает для постановки произведения Булгакова. Вот это да! Пора веселиться! Веселиться! Почему? Потому что надо! Менеджер, тихо, пожалуйста! Если кто-нибудь из молодых режиссеров разделяет мою точку зрения, то, пожалуйста, воспользуйтесь моим предложением и сделайте новую версию «Мастера и Маргариты». Флаг вам в руки. А Михаил Булгаков
сегодня является самым знаменитым и популярным писателем России. Пятнадцатого мая 1848 года в селе Лапьял Вятской губернии родился русский живописец-архитектор, мастер фольклорной и исторической живописи Виктор Михайлович Васнецов. Я с самого раннего детства знал и любил картины Васнецова, потому что ими иллюстрировались книжки русских сказок и коробки шоколадных конфет. Я подолгу разглядывал эти яркие картинки, которые погружали меня в прекрасный мир русских сказок и старины. Многие мультфильмы, снятые по русским сказкам и сказкам Пушкина, делались на основе иллюстраций Васнецова. И эти иллюстрации и картины действительно превосходны, потому что они создают яркий, привлекательный мир, манящий к себе и пробуждающий фантазию. Позже я узнал, что при всей своей любви к русской старине и русскости Васнецов был убежденным националистом, который враждебно относился к западноевропейскому влиянию на русскую культуру. Он осуждал петровские реформы, идеализировал допетровскую Россию. И среди его друзей из художественного мира с разной степенью фанатизма, исповедующих русскую идею, были композиторы могучей кучки. Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский. А среди его коллег-художников, такие как Иван Билибин, Константин Маковский, Михаил Нестеров, Николай Рерих. Вместе с ними Васнецов создал Общество возрождения художественной Руси, одной из задач которых было воспитание у одаренных молодых людей чувства патриотизма и национальной гордости. Надо сказать, что такие же общества националистически настроенных деятелей искусства существовали в Европе. В Скандинавии, Германии, Италии благодаря им создавались грандиозные полотна, симфонии, оперы, воспевающие героический эпос своих народов. Мы и сегодня восторгаемся величественной красотой этих произведений. Однако на них и на их авторов опирались националистические вожди, такие как Муссолини, Гитлер. Российская монархия тоже опиралась на русский героический эпос. Неудивительно, что художнику Васнецову за особые заслуги перед российской монархией было пожаловано звание дворянина. Он активно сотрудничал с Союзом русского народа, монархической черносотенной организацией, которая инициировала жестокие еврейские погромы в России и Малороссии, как тогда называлась Украина. Узнав все это про Васнецова, я испытал в очередной раз сожаление по поводу того, что выдающийся талант часто приходит в противоречие с ограниченным умом и не лучшими человеческими качествами художника. Поэтому, не касаясь биографии Васнецова, сделаем краткий обзор его творчества и отдадим должное его художественному таланту. В творчестве Васнецова ярко представлены разные жанры, ставшие этапами очень интересной эволюции. От бытописательства к сказке, от станковой живописи к монументальной, от приземленности передвижников к стилю модерн. На раннем этапе для Васнецова характерны бытовые сюжеты. Например, «С квартиры на квартиру». «Военная телеграмма». «Книжная лавочка». «Балаганы в Париже». Позже главным направлением становится былинно-историческое. «Витязь на распутье». После побоища Игоря Святославича с половцами, Алёнушка, Иван-царевич на сером волке, богатыри, царь Иван Васильевич Грозный, бой Добрыни Никитича с семиглавым змеем Горынычем, Кощей бессмертный. В конце 1890-х годов в творчестве Васнецова все большее место занимает религиозная тема. Он создает работы во Владимирском соборе в Киеве и в Спасе на Крови в Санкт-Петербурге, чьи удивительные мозаики поражают воображение своей красотой. Когда этот храм был открыт, отреставрирован и открыт для посетителей, я очень часто там бывал и каждый раз испытывал эстетическое и духовное удовольствие, любуясь этими удивительными мозаиками. И каждый раз меня охватывало чувство глубокой горечи, когда я вспоминал о том вандализме, который проявили партийные боссы по отношению к этому храму, построенному на народные деньги, на месте убийства государя Александра II Романова. После революции в этом храме был устроен склад строительных материалов. А при секретаре обкома и горкома Ленинграда Георгии Романове его должны были снести, потому что с Невского проспекта он загораживал собой здание музея Ленина.
не произошло этого по чистой случайности. Но сколько же успели уничтожить эти партийные вандалы, не поддается воображению. А художник Виктор Михайлович Васнецов, наоборот, подарил миру свое творчество и оставил свои великие, замечательные произведения. Мая 1904 года в Париже родился Жан Габен, одна из величайших звезд французского кино. Артист, предложивший новую манеру поведения на экране, которая стала образцом для подражания многих актеров амплуа героя. Жан Габен начал свою актерскую карьеру в середине 20-х, в ролях, которые предлагали ему парижские мюзик-холлы и опереты. А для кино его открыл режиссер Жюльен Дювивье. Тот самый Дювивье, который был постановщиком знаменитого американского фильма «Большой вальс». Он с 34 по 37 год снял Габена в трех своих картинах, которые были признаны лучшими фильмами года во Франции. Кроме этого, до войны у Габена были еще успехи в таких картинах, как «Великая иллюзия» Жана Ренуара и «Набережная туманов» Марселя Корне, где он снялся вместе с французской звездой Мишель Морган. Ты не голодна? Нет, я ничего не хочу. Мне хорошо. Правда? Тебе хорошо со мной? Вы даже не представляете, как мне с вами хорошо. Я дышу, живу. Наверное, сейчас я счастлива. Все, что ты говоришь, ты можешь сказать любому мужчине. Это глупо, но ты говоришь со мной. И мне это приятно слышать. У тебя красивые глаза, ты знаешь. Поцелуй меня. Нелли. Еще. После начала войны Жан Габен вслед за Жюльеном Дювивье уехал в Соединенные Штаты. И там у него начался бурный роман с немецкой актрисой Марлен Дитрих, из-за которой сорвались съемки его американского фильма. Дело в том, что перед самым началом съемок, где он должен был сниматься в главной роли, Габен потребовал, чтобы в главной женской роли снялась Марлен Дитрих, его любовница. Но студия запротестовала. Габен полез в бутылку. Тогда его уволили, а фильм закрыли. Обидевшись, Габен решил бросить Америку вместе с ее Голливудом и ушел сражаться на фронт, присоединившись к движению генерала де Голля «Сражающаяся Франция». Он служил на флоте, воевал в Северной Африке, за доблесть в боях был награжден военным крестом. Вместе с союзниками освобождал Париж и въехал туда на броне американского танка. Первым послевоенным успехом Габена в кино стал фильм Рене Климана «У стен Малапаги», получивший «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. Еще есть. В Ницце его называют. Коньяк? Нет. Марс? Да, Марс. Хорошо. Давайте два. Два? Два. О, нет, спасибо. Что, не выдержу? Конечно. Я ошиблась. Теперь о главном. Посчитайте меня. Да. Вы взяли спагетти, рыбу. Телятину. Да. Две граппы.
Десерт. Литр. Полтора. Литр с четвертью. Всего 1250. 250? Нет. 1250. Все равно. Позовите хозяина. Можно заплатить мне. У меня нет денег. Да, правда. Когда нет денег, не ходят в тротуарию. Правда. Поэтому я прошу хозяина. А если полицию? Волков боятся в лес не ходить. Вы шутите, да? Неужели похоже? Тогда зачем пришли? Проголодался. Меня ограбили и подсунули фальшивые деньги. А в полиции... Фальшивые? Покажите. Подделка, я уверен. Посмотрим. Если хотите. Нормальные? Не надо милостыни. Эй! Эй! В 1954 году на экраны Франции вышел фильм жанра нуара «Французский канкан». Время его действия – рассвет импрессионизма, Тулуз-Лотрек, Огюст Ренуар. Кстати, отец самого режиссера. Картина рассказывает об открытии легендарного кабаре «Мулен Руж». А Габен играет знаменитого импресарио Анри Данклара. Оле. Оле. Ты вздыхаешь, как в клозете. Оле. Мы где? Мы у Гибой, твоего преподавателя. Значит, я вам нужна для танцев. А зачем же еще? О, я решила, что мне придется. Должен тебя разочаровать, не придется. О. Новую ученицу привел? Нечто большее. Я привел идею. Покажи-ка свою идею. Подойди к свету, малышка. Я вам что, кукла? А тебе слова не давали. Так в чем твоя идея? Тебе она понравится. Ты не забыла еще, как танцевать канкан? Сто лет назад. Это и есть твоя идея? Ты угадала. Но для нее понадобится не только эта малышка, а по крайней мере еще 40. Да ты рехнулся. Ты вообрази только. Целый батальон молодых девушек, обученных как в опера, с такими вот мордашками, как эта, а? Думаешь, это так легко, и канкану можно научить любую девицу с улицы? Канкан. Это тебе не ригадон. Давай я найду другое название. Но только обязательно на английский манер. Сейчас в моде все английское. Просто канкан не пройдет. Френч канкан. Неплохо. А? Но все равно эти девчушки не смогут поднять ногу вот так. Опа! Вот это да. Садись сюда. Убери руки. Не вижу ничего смешного. Она гибкая. Вот и прекрасно берешь. Завтра в 8. Да, мадам. До свидания. Пошли. В советский прокат регулярно выходили фильмы с участием Жана Габена, и российская публика его очень любила. Я помню экранизацию романа Мориса Дрюона «Сильные мира сего». Габен сыграл там роль финансового магната Ноэля Шудлера, который управляет своими делами с непоколебимой безжалостностью. Его сын становится жертвой политической интриги и, не выдержав позора, кончает жизнь самоубийством. Отец решает отомстить своему сопернику, виновнику этой трагедии, приходит к нему для того, чтобы уничтожить его карьеру. Только что мы узнали ужасную новость. Я должен сказать, что в такие дни мы не бросим тебя. Ведь мы Леруа. Бедный Франсуа. Слушай, Пьер, если ты произнесешь еще раз имя моего сына, я дам тебе пощечину. Мой дорогой Ноэль, уверяю тебя, ты напрасно сердишься. Мы только выполняли волю нашего клиента. Это все Моблан. Это было его желание. Моблан дурак. Он сумасшедший. И мы, конечно, изменили планы. Как только поняли... Что поняли? Что все горит? Что вам не удалось поделить мою шкуру? Это мою шкуру вы хотели делить. Теперь я получу вашу, друзья. С этого дня я работаю не за себя, и мой удар будет страшен, беспощаден. Беспощаден?
Да. Я защищаю интересы сына. Я должен рассчитаться еще с его друзьями. И банк братьев Леруа скоро услышит обо мне. До сих пор ты был богат и мог себе разрешать вольность языка. Теперь придется вспомнить о приличии. Ты будешь у меня просить на пропитание, чтобы не сдохнуть. Ты будешь получать гроши только, чтобы не умереть. Не больше. Последним фильмом, который шел в нашем прокате с Жаном Габеном, была итало-французская лента «Двое в городе» режиссера Хосе Джованни. В ней Жан Габен играет тюремного воспитателя, который проявляет отеческую заботу к молодому преступнику, того играет Ален Делон. Когда молодой человек освобождается из тюрьмы, тюремный воспитатель пытается помочь ему наладить жизнь, обрести семейное счастье. Но в дело вмешивается следователь, который очень враждебно относится к герою Делона, и своими мелочными постоянными придирками он доводит того до исступления. В результате молодой человек вновь совершает тяжкое преступление. Я помню замечательную, сдержанную, полную горечи речь Жана Габена во время суда. Проснитесь, господа присяжные. Но! Извините меня, господин председатель, но двое присяжных спят. Они могут потом пожалеть об этом, потому что процесс необычный. Страблиджи неудачник, ему не повезло. Когда-то он провинился и заплатил за это 10 годами жизни. Он пытался забыть свое прошлое, но вы не позволили ему это. И вот он вновь перед вами. Защитительной речи от вас не требуется, господин воспитатель. О чем я сожалею? Мы собрались здесь не для суда над нашей юстицией. Правосудие должно быть справедливым, а не жестоким. Оно должно прежде всего разобраться в человеке, которого судит, чтобы понять причины, вызвавшие преступление. Свидетель забывает, что обвиняемый не какая-нибудь загадочная личность. Он преступник. Господин прокурор, а у кого из нас хоть раз в жизни не возникало желания убить человека просто из-за какого-нибудь пустяка, из-за рыбьего хвоста, из-за места на стоянке машины? С каждым может случиться. Свидетель легко оправдывает. Это трагический случай встречи с человеком, который сделал все, чтобы заставить его совершить преступление. Господин воспитатель, но вы все-таки не потребуете, чтобы была наказана жертва этого случая? Я повторяю, роковое стечение обстоятельств привело его к преступлению. Присяжный и суд обязаны это помнить. Вот все, что я хотел сказать. Жан Габен – один из тех редких актеров, которые не меняются из фильма в фильм, оставаясь одним и тем же невозмутимым человеком с очень скупой по выразительным средствам актерской игрой. И в то же время в нем чувствуется такая внутренняя сила, что неотрывно следишь за ним, ожидая взрыва. И такой взрыв обязательно происходит, производя сильное впечатление. В качестве доказательства приведу несколько фрагментов из фильма «Гром небесный» режиссера Дени де Потельера, в котором Жан Габен сыграл непримиримого фермера, удочерившего юную проститутку и ставшего ее защитником перед бандой жестоких сутенеров. Я. Гляди, пришла. Дай белого. Выпьешь что-нибудь? Тоже, что и вы. Два. Где твоя комната? На втором этаже. Иди. Ступай, я тебя здесь подожду. И можешь не торопиться. Мы с тобой еще поговорим. Но ты, старый греховодник, с души воротит от твоей распухшей морды. В жилах у тебя течет не кровь, а спирт. Ты и говорить-то разучился. Молчи. Ругань — это искусство, недоступное такому недоумку, как ты. А то, что ты недоумок, иначе и быть не могло. Сам занимаешься последним из ремесел. Мать твоя являла собой роскошный образец последней стадии сифилиса. Что до отца, которого ты не знал, он кончил свои дни на каторге. Так что родословная твоя
Побери. За кровь придется слишком дорого платить. А вот съездить этому пьянчуге. Только без этих штучек. Все понятно. Жан Габен умер 15 ноября 1976 года от сердечного приступа в пригороде Парижа, и было ему 72 года. А в 81 году его друг и замечательный комик Луи де Фюнес учредил премию имени Жана Габена, которая вручается лучшим молодым актерам. Я часто привожу студентам слова Жана Габена из интервью, в котором журналисты спросили у знаменитого артиста, что он считает самым главным для успеха фильма. «Записывайте», — сказал Габен. Все достали блокноты и ручки. Первое – это сценарий. Все записали. Второе – это сценарий. Журналисты были в недоумении. И третье – это сценарий. Так закончил свой рецепт Жан Габен. На первый взгляд кажется, что это розыгрыш. На самом деле это не так. Я согласен с рецептом Жана Габена. В сценарии еще до съемок всегда видны недостатки и просчеты будущего зрелища. Но для того, чтобы их увидеть, нужно обладать профессиональным, критичным взглядом, которого часто не хватает режиссеру, а тем более продюсеру. Если есть доведенный до ума сценарий, можно считать, что успешная картина в кармане. Эта истина множество раз доказана. Восемнадцатого мая 1977 года родился новый мировой праздник – Международный день музеев. Эта дата появилась в календаре, когда на собрании Международного совета музеев было принято предложение российской делегации об учреждении этого культурного праздника. А с 1978 года этот день стали отмечать более 150 стран. Те из нас, кто любит посещать музеи, кому необходимо погружаться в историю планеты, страны, города, цивилизации, культуры, кто любит получать наслаждение от произведений искусства, все мы имеем прямое отношение к этому празднику. Люди с духовными потребностями, приехав в любой город, обязательно знакомятся с его достопримечательностями и посещают музеи. А когда речь идет о таких сокровищницах искусства, как Эрмитаж, Третьяковка, Лувр, Прадо, Метрополитен, то количество посетителей измеряется миллионами. Я сам испытываю любопытство к любому музею. Однако собрание произведений изобразительного искусства производит на меня самые сильные впечатления, остающиеся на всю жизнь. Я люблю сам запах художественных музеев, застаревший запах масляных красок, запах старины. В прошлом году, еще до наступления пандемии коронавируса, мы с женой и дочерью трижды побывали в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Обошли его вдоль и поперек и получили колоссальное удовольствие. Не только потому, что увидели такое количество шедевров живописи, но и потому, что понимали, что это подлинники великих мастеров, а не их копии. Чего, к сожалению, нельзя сказать о собрании Петербургского Эрмитажа. Я очень хорошо с детства знаю этот музей, и на моей памяти со своих привычных мест регулярно пропадали известные мне полотна. Я был уверен, что они направлены на реставрацию, но потом некоторые из них так и не возвращались на свои места, оставив у меня вопросы. А в конце 90-х в Эрмитаже работала счетная палата под руководством Юрия Болдырева. Она занималась ревизией и обнаружила серьезнейшие хищения. Об этом говорил сам Болдырев по телевидению. В частности, он сказал, что вместо известных шедевров великих мастеров в Эрмитаже висят их копии. Это произвело сенсацию. Ко мне звонили корреспонденты разных газет и журналов и спрашивали моего мнения. Мог ли директор Эрмитажа заниматься хищением картин из музея? На это я ответил так. Если бы он работал директором Кировского завода, он мог бы заниматься хищением тракторов. Но коль скоро он работает директором Эрмитажа, то что кроме экспонатов и картин он может оттуда похитить? Все мы с нетерпением и интересом ожидали результатов расследования. Однако так и не дождались. По приказу сверху работа счетной палаты была приостановлена. Сам Юрий Болдырев был уволен и чуть не попал под суд. На него хотели завести уголовное дело. Это дает мне основание предполагать, что в некоторых частных коллекциях иностранных друзей нашего президента и его окружения висят подлинники шедевров из Эрмитажа. Для коллекционера такой подарок, как манна небесная. Он будет по гроб жизни благодарен своему дарителю и, конечно, будет поддерживать его во всех международных делах и каких-то экономических решениях, что для политика и бизнесмена куда важнее искусства и шедевров живописи. Но это лишь мое мнение. Я могу ошибаться. Однако, отмечая День музеев, я хочу вернуться к позитиву и высказать свою любовь к двум главным музеям моей жизни – Русскому музею и Эрмитажу в Петербурге.
В этих музеях происходили все этапы моего взросления, воспитание чувств, обретение зрелости и художественного вкуса. Русский музей открыл для меня русскую скульптуру, русскую живопись. И я постепенно понял, какой это великий космос, ни в чем не уступающий по силе произведениям западноевропейского искусства. Однако первой и самой большой любовью остается для меня Эрмитаж. Я уже рассказывал, как со своим школьным приятелем мы прогуливали уроки и каждую неделю отправлялись в Эрмитаж, где проводили по полдня. В результате фигурки и росписи Древнего Египта, скульптуры античности, полотна живописи стали для меня привычной средой, близкими и хорошими знакомыми. Поскольку в своих выпусках «Дома культуры» я обычно связываю своих героев с миром кино, в которых они нашли отражение, то сегодня я хочу напомнить и рассказать об игровых фильмах, посвященных Эрмитажу. В 1976 году художественный совет Ленфильма принимал только что снятую картину «Всегда со мной» режиссер Соломон Шустер, оператор Юрий Воронцов. Я тогда только что начал работать на Ленфильме в качестве ассистента режиссера и вместе с другими ленфильмовцами смотрел ее в просмотровом зале. Тогда еще даже не подозревал, что через какое-то время буду работать вторым режиссером у постановщика Соломона Шустера, а оператор Юрий Воронцов будет снимать впоследствии мой дипломный фильм. Картина была посвящена работникам Эрмитажа, которые в тяжелейшие дни блокады, в невыносимых условиях, рискуя жизнью, спасали коллекцию Эрмитажа, бесценное наследие человечества. Не знаю, может ли кто-нибудь вспомнить эту картину, но в День музеев о ней нужно вспомнить и, возможно, даже ее посмотреть. А пока предлагаю фрагмент из нее. Этой же теме, Эрмитажа как хранилище исторической памяти человечества, посвящена другая картина «Русский ковчег» Александра Сокурова, снятая в 2002 году. Этот фильм обрел славу среди киноклубов и вызвал восторги у дам из интеллигентной среды. Ведущий программы «Еще не Познер» Николай Солодников в своей передаче, посвященной артисту Сергею Дрейдену, публично заявил, что смотрел эту картину около 500 раз, и считает этот фильм лучшим произведением всех времен и народов. Но это, мягко говоря, сильное преувеличение, простительное для участника клуба любителей кино, но никак для ведущего культурной программы. Фильм Сокурова действительно обладает неоспоримыми достоинствами, но и рядом существенных недостатков, которые заметны более взыскательному зрителю. Фильм снят одним кадром. В этом его главная особенность. Вообще снять целую картину, не выключая камеры, задача крайне трудная, требуя исключительной слаженности всех элементов процесса. Поэтому такая задача в кинематографе сегодня решается при помощи мультимедийных технологий, которые позволяют отобрать лучшие дубли и объединить их в единую ленту, создав видимость непрерывного кадра. Так снят фильм, оскароносный фильм Алехандро Иньярриту «Бёрдман». Но Сокуров решил действовать по старинке и снять одной камерой с огромной мацовкой и большим количеством эпизодов. А поскольку Эрмитаж на всю съемку выделил ему только один день, то неизбежны были накладки, самыми досадными из которых являются скопление массовки в конце эпизодов, когда оператор вынужден по целой минуте
ползти за ними, глядя в напряженные затылки, чтобы проникнуть в следующий зал и снимать следующий эпизод. Вот один из таких примеров. Но все это мелочи по сравнению с моей главной претензией к фильму «Русский ковчег». Уже исходя из самого названия, понятно, что автор фильма решил рассказать об Эрмитаже как о хранителе искусства, сумевшем пронести сокровища человеческой культуры через катаклизмы истории. И действительно, в картине при переходе из зала в зал меняются эпохи, костюмы. Однако в нем полностью обойдено главное испытание, которое выпало на долю ковчега искусства. Я имею в виду Октябрьскую революцию 1917 года. В этом году на съезд большевиков в революционный Петроград со всей страны прибыли тысячи крестьянских солдатских депутатов. И руководители Совнаркома не нашли ничего лучшего, как расположить их в залах Зимнего дворца. Пролетарский писатель Максим Горький с ужасом писал о том вандализме, который учинили строители новой жизни в залах Зимнего дворца и Эрмитажа. Они нагадили во все вазы из самоцветов, набрали большое количество сувениров на память и повредили множество экспонатов. Но это им было позволено, потому что новая большевистская власть нуждалась в человеке с ружьем и с презрением относилась к буржуазному искусству. Однако всего этого нет в фильме. И «Русский ковчег» превращается для меня в пустячок, в фигу в кармане. Таково мое мнение. Желая исправить упущение Сокурова, я в своей картине «Не думай про белых обезьян» снял эпизод нашествия большевиков на сокровищницу искусства. Хочу показать его вам. И прошу обратить внимание на пожилого танцора в очках и в шарфе через шею. Те, кто знаком с директором Эрмитажа Михаилом Борисовичем Петровским, знают, что шарф через шею – это его вечный атрибут, в котором он всегда появляется на публике. Немного ли ссору? Включаем приборы! Давай, к режиссеру! Все, дыма довольно! Душите массовки, что здесь, блин, кино, а не клуб для тусовки! Глядим веселей, улыбаемся шире! Лариса, смени на хлопушки цифири! Олег, рукосуев! А, Дарья, привет! Тебя не узнать! Сколько зим, сколько лет! Ты где пропадала? Полгода в Монако, по бартеру, лизинг, маркетинг. Однако, а что за прикид? Ты снимаешься, что ли? Ну да, здесь внизу. Мелодрама о школе. Любовь, безотцовщина, выбор пути. И сейчас перерыв, вот и решили зайти. А эти? Художник и главный герой. Нам надо к Матиссу. Так, дубль второй. К Пикассо. Так, все, имею в виду. Сработаем дублик, я вас проведу. Так, так, на место, все на место. Внимание, сейчас будет точка обратная. Артисты готовы? Всегда. Аппаратная, мотор. Есть мотор. 43W2. Идет. Фонограмма, пошли, Онива. А кто тут в очках? То ли поп, то ли коп. Носитель добра. Ты так думаешь? Да! Быстро за мной! Ну и как вам? Потрясно. Еще бы. При чем тут матрос, неясно. Ну это фильм-притча. Название «Чертог». Галантные эпохи, плачевный итог. Фильм где-то условен, а где-то зловещ. Но надо сказать, фестивальная вещь. Музей заказал к своему юбилею. Поехали! Просим.
просто балдею и млею. Ну все, убегаю. Пока. Будь здоров. Евгений Петрович, я здесь, я готов. Отключили мобилы, зады отклячили, фонограмма, мотор, внимание, начали. На этом мы завершаем 34-й выпуск нашей программы и приглашаем вас на 35-й.